микрофону приглашается один из самых ярких поэтов послевоенного поколения Владимир Костров. Император Александр III говорил, что в России есть два союзника – армия и флот. Мы в процессе нашего исторического развития можем сказать, что в России есть три союзника – армия, флот и великая русская литература, которая помогла нам одержать великую историческую победу. Великая русская литература, великая советская поэзия и великая военная поэзия. И одна из вершин этой поэзии – великая поэма Твардовского «Василий Теркин». К нашему стыду пока нет у нас в Москве памятника Твардовскому, но памятник Твардовскому и памятник Теркину установлен, такая скульптурная группа в Смоленске. Я осмелюсь на фоне замечательных поэтов, которые сегодня прозвучали, прочитать свое стихотворение на открытие памятника Твардовскому и Теркину в Смоленске. Вновь над кручей Днепровской из родной земли сырой встали Теркин и Твардовский. Где тут автор? Где герой? А рядом сели, как когда-то, чарку выпить не спеша. Злой годины два солдата, в каждом русская душа. Два солдата боевые, выполнявшие приказ. Люди теплые, живые, может быть, живее нас. И с тревогой спросили, нетерпенье не тая, что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Мы стыдливо промолчали, нам уста печаль свела, лишь негромко прозвучали в куполах колокола. И тогда на гимнастерке, оправляя смятый край, мне Твардовский или Теркин так сказал: не унывай, не взорвемся, так прорвемся, живы будем, не помрем, срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Над Днепровской гладью водной принимаю ваш завет, дорогой герой народный и любимый мой поэт. И для жизни многотрудной, чтоб сошла с души тоска, я кладу в карман нагрудный горсть смоленского песка, чтобы с общим многолюдьем жить с заботою одной, чтобы слышать полной грудью вечный зов земли родной.